Когда есть возможность обследоваться и получить рекомендации медиков прямо на рабочем месте и в рабочее время. Сегодня предприятие «Брестское пиво» превратилось в самую настоящую поликлинику. Правда, без длинных очередей и утомительного ожидания результатов анализов. Медпункт развернулся в просторных залах на трех этажах. Здесь смогли комфортно разместиться и принимать пациентов десятки врачей. Кардиолог, терапевт, офтальмолог, невролог, эндокринолог, дерматолог-венеролог. Передвижная поликлиника действовала в рамках крупномасштабной акции «Здоровое сердце – залог успеха». Обычно работник предприятия активно участвует в данных мероприятиях. Все-таки основная задача госпрограммы и плановых мероприятий – это, скажем, первичная профилактика, что можно, узкие специалисты приезжают на предприятие, где работники могут прийти и получить, скажем, первичную консультацию по болезни. И если вдруг выявляется какая-то патология, соответственно, и они уже направляются на консультации и дальнейшее обследование в учреждении здравоохранения города Бреста. С самого утра сотрудники и те, кто работал здесь, но уже ушел на пенсию, имели возможность бесплатно обследоваться по самым разным направлениям. Сделать электрокардиограмму, УЗИ сердца, измерить артериальное давление, провериться у окулиста или эндокринолога. Впервые консультации и осмотры проводили врачи-онкологи. На учете в Брестском онкологическом диспансере состоит на 1 января 2018 года около 10 тысяч жителей города Бреста. И сегодня, кроме специалистов, которые участвуют на протяжении года в наших мероприятиях, еще будет проводиться осмотр врачей-онкологов и специалистов Брестского областного кожевенодиспансера. К посещению мини-поликлиники сотрудники «Брестского пива» подошли с ответственностью. Людей было немало, но очереди уменьшались быстро. Попасть к тому или иному специалисту можно было без лишней суеты. Если пойти по болезни какой-то к нам вот в поликлинику, надо утром встать в 7 утра занимать очередь в регистратуру. Талончик возьмешь, неизвестно на какое время дадут, даже может на сегодня и не дадут. А что к этому глазному врачу, то вообще надо записываться, наверное, на неделю или на две недели вперед. Очень тяжело, вот в поликлинике очень тяжело, а это очень нравится, очень хорошо, надо почаще такие проводить. Следующим эстафету проведения профилактической кампании примут тепличный комбинат «Бересте», а также предприятия «Брестское мороженое» и «Брестский аграрий». Такие акции позволяют не только снизить нагрузку на городские поликлиники, но и предотвратить экономический ущерб, связанный с больничными листами. Ведь хорошие работники – это прежде всего здоровые работники.